Полюбила лейтенанта по дороге шел майор. На майора загляделась, лейтенанта кто-то спер. Вот ты здесь, что ли? Ба, ты чего орешь, ты пугаешь? Я обыскал с тебя. За сарай забежал, там Зоя Камышовка сидит. Я говорю, где Мотька? Ты говоришь, пошла белье гладить. Беда, Моть, беда пришла, беда. Открывай. Какая беда? У тебя вечная беда. Неужели опять? Опять. В смысле, я пошутил вообще-то? Насколько? На полтора года. Чего на полтора? Внука в армию забирают на полтора. Фунт, я думал, акциз на водку опять подорожал. Чего орешь-то радоваться надо? Чего мне радоваться? Как что радоваться? Что из него полтора, через полтора года мужика настоящего сделают? Почему так говоришь? В смысле почему? Потому что его всему мужскому там научат. Стирать, убирать, мыть посуду, готовить полы, картошка, пылесос, погреб, банки, с собакой погулять. Там за ними, как за маленькими детьми. Накормят, напоют, спать уложат. Там потеряться так найдут. Обязательно. Точно, что ли, говоришь-то? Точно тебе говорю. А бар замухрился, как глядя. Суббота? Мондау. Понедельник. Иди отсюда, сказала! Какие твои снохи, Аллы? А, это Аллина, что ли? Ихние. А она что, похудела? Иди отсюда, сказала! Слышь ты, габан-мабан, что ты сбиваешь? Ты меня еще спросить-то хотела. А как кормят ты их там? Как у них питание? Ты про меню солдатское знаешь что-нибудь? Меню, Вань, как елка, Клавдия Ивановна. Зимой, летом одним цветом. На первое вода с капустой, на второе капуста без воды. Зато на третье, как говорится, вода без капусты. Обожраться, блин. Шучу. А, шути, конечно. А я... Ну, мясные-то блюда бывают. Ну, есть. Гуляш. Гуляш. От казармы до столовой с троевым шагом гуляш. А там языки колибри. Наш да пас... иди ты. Китятина на шампура. Китятина на шампура. Хочешь не ешь, шучу, дур, что ли? Ну, хватит, что ты шучу-то постоянно? Ты что, прикидывался, я ж не знаю. Как китятина? Издеваешься, что ли, ты? Иди отсюда. Видимо, придется посылки отправлять. Правильно. Дедам тоже чем-то питаться надо. А что, там деды, что ли, имеют? Естественно. Ишь ты. Может, я тогда пойду вместо внука послушу? Чего? А что, закадрю там все динозавры? Дактиля. Иди отсюда, пожалуйста. Какого дактиля? Дедами старослужащих бойцов называют, которые молодых уму-разуму учат. Видишь, интересно. Интересно ей. А ты откуда знаешь? Как откуда? А, слушай, у тебя же папа-то все военные. Ты должна знать. Мать, ну-ка скажи мне сугубо гражданскому человеку. В каких войсках служить почетнее? Чего привязался ко мне в элитных? В элитных? Естественно. А какие войска у нас элитные? Ну, какие у нас элитные? ВДВ, морская пехота, вот это все. Вот это вот все. Все, что ли? Ну, есть еще одни. А, зажать хотела, ну, да? И суперэлитные. Вот такие подавайте нам. Суперэлитные. Стройбат называется. Берем. Стройбат, батяня, батяня, стройбат. Ну, Пьеха поет. Иди ты. Нет, Стас. Мать? Сын. Внук. Ой, он ж внук ей. Ты что? Этим головорезом даже оружие не выдают. Да что ты говоришь, дорогая? Да. Лопатой вон по хребтине. И мертвые с костями стоят. И тишина. Нам ни элитных, ни суперэлитных. Пусть в обыкновенных служат и пусть, все. Пусть, конечно. Вон разные войска есть. Погранцы. Мать, а что самое главное нужно для солдата-воина? Вот, РВСН. Да что надо? Курс молодого бойца прошел и вперед. Курс молодого бойца. Так точно. А ты не можешь этот курс провести? Провожу у вас кем-то. Со мной проведи. В смысле с тобой? А я внуку-то все объясню, покажу. Ты смотри, что вывернула Клавка. Если такую процедуру проводить, надо знать, что надо, чтобы ты представила, что я начальник, а ты подчиненный. Ты даже представить такого не сможешь. У тебя вскипит твое его. Ладно уж, как говорится, раз ты настаиваешь. Начнем с строевой подготовки. Что делать? Равнясь смирно, шаг марш, раз, раз, стой, раз, два. Отработаем отдами чести в строю. Подожди, как ты сказала, где надо честь? В строю. Слышь, мать, может, я правда вместо внука пойду послушаю? Ты что тупишь, тупишь?
Чу. Это совершенно не то, о чем ты думаешь. Равняв, смирно, я тебя научу смородину любить. Пойми, салага, строевая подготовка, от тебя не картошку чистить. Ну-ка, пошла здесь строевым, я погляжу. Строевым, пожалуйста. Оп! Это что за строевая подготовка? Шаг нечеткий, голеностоп вихляется. Тебе такой строевой подготовки куда? Покемон непойманный, слабо тебе. Вы зря там. Иди, пожалуйста. Ну что ж ты думаешь, если я слабая женщина, так от меня и толку не будет. Зря, мать, ты не глядишь, что женщина слабый пол. Сила слабого пола в его слабости. Потому как слабый пол сильнее сильного. В силу слабости сильного пола к слабому. О, как. Все сказала? Все. Ну хорошо, Клав, хорошо. Давай, переходим к тактическим занятиям. Равняйсь, смирно. Ну-ка давай, представь, что у тебя автомат Калашникова. Чей у меня автомат? У тебя автомат Калашникова, говорю, чей? Калашникова. А мой автомат у кого? Так, еще вопросы будут? Будут, товарищ командир. Вы футбол любите? Люблю. А какая у вас любимая команда? Моя любимая команда. Лежать! Ай, дура, ты что туда? Лежать! А что, надо так, что ли? А, ладно, давай. Чего орать-то? Для успешного ведения боевых действий вам необходимо окопаться. Ну и чем я здесь окопаюсь-то? Окапываться следует с помощью шансового инструмента, а именно личной саперной лопатки. Ну и где я тебе возьму лишнюю сапатку лаперную? А ну залегла, сапатка лаперная, лопатка саперная, расчепаха тротила. Равняй, Серега. Ну-ка, давай представь стандартную ситуацию, солдат. Ты в степи, вокруг ни бугорка, ни холма, ни кустика, и вдруг прямо на тебя из-за угла прет вражеский авианосец. Твои действия? Как авианосец-то в степи? Ну, что ты там? Глаза-то закатываешь. Мозгом любуюсь. Молчать! Вражеский авианосец, твои действия. Ну, пущу по нему торпеду. Откуда у тебя в степи торпеда, салага? Оттуда же! Откуда у тебя в степи авианосец? Молчать! Я же больно ум стала. Кто, я, что ли? Ну, не я же. А кто? Молчать! Закончить упражнение. Встать! Переходим к политзанятиям. Есть. Конспектируй, воин. Есть. Тема следующая. Значение боевого командира в армейской среде. Запишешь? Так точно. Продолжай, товарищ командир. Командир для военного солдата есть отец родной, а родней командиру отца только родина, мать, мать наша, да родная мать, ваша мать, а за мать свою, вашу мать, да за родину, мать, мать нашу, мы любому врагу мать ихнюю завсегда покажем, мать ихнюю. Смотри, что-то я в родственниках запуталась. А я тебе помогу. Спасибо, с удовольствием, спасибо, с удовольствием помогу, огромное расскажу, покажу и так далее. Упор лежа принять. Бобовщинкой занимаешься, да? Ну ничего, встретишься ты мне на гражданке. Сделай раз. Темной ночкой. Сделай два. Пьяный да связанный. Сделай раз. На рельсах. Сделай два. С кляпом во рту, вот тогда поговорим. Закончите упражнение, встать. Есть. Товарищ командир, разрешите докласть. Не докласть, а доложи. Извиняемся. Разрешите доложить. Долаживаем. Товарищ командир, к проводам, ну-ка, все подготовлено. Куда провод? Сегодня начнем. Как сегодня? Забирают куда? Через неделю. Нормально, успеем посидеть. Закупилось. Вот что буду деньги тратить. У меня свое производство налажено. Попробуйте, товарищ командир. Еды огромное количество. И самогона полный штоф. Оберегать свое отечество мы провожаем пацанов. Им служить приказом велено, на-на-на, а подругам верно ждать. Скатерть белая постелена, будем петь и танцевать. Под знакомую мелодию, ю-ю-ю, и с задором боевым выпьем мы за родину свою и пройдемся строевым. Рота